Друзья, всем привет! В общем, сегодня видос про то, как снять сошку с рулевого редуктора. Тема оказывается актуальная, поэтому пускай будет еще один видос у меня на канале в моем исполнении. Я думаю, ничего в этом страшного и ужасного нет. Может, кому-то пригодится. Значит, знаете, несколько способов есть, да? Самый быстрый и простой, ну как быстрый, самый простой, наверное, способ, это распилить сошку вот так вот по диагонали в этом месте, потому что, допустим, с этой стороны мешает корпус, а с этой стороны он практически здесь никак не мешает. То есть ставим вот так вот болгарочку, распиливаем по диагонали, сошка снимается легко, потом это все дело завариваем. Это один из способов, мужики. Мы так сейчас снимать это все дело не будем. Есть еще другой, да, более такой щадящий. Это нагреть сошку точечно. То есть, чтобы она осталась целенькая, просто нагреваем резаком в самое тонкое место. Это вот оно, вот оно, вот это. Длинная вот эта дуга, нагреваем где-то вот в этом месте резаком, газовым резаком, мужики. Металл расширяется, сошка легко сбивается, абсолютно. Кто-то скажет, да какими там это резаками, просто съемник. Мужики, будете разбирать, поставьте просто съемник и снимайте, сколько вам лезет. А я скажу так, что просто так она не слезет. 100 тысяч раз проверено. Вот такие вот дела. Да и не у каждого есть хорошие, мощные съемники, а тем более газовые резаки. Поэтому сейчас еще один вариант показываю. Он такой, будем говорить, самый простой из инструментов. Мужики, вот. Кувалдочка на 1,5 килограмма. Ну, есть тут у меня на килограммчик. Ну, это маленькая. Вот на полторашечку в самый раз. Снимается элементарно просто. Сейчас покажу. Первым делом откручу гайки. А дальше посмотрим. Итак, гайки откручены. Гайковерт. Головка на 30. 2 секунды делов. Вот. Теперь повторюсь. 1,5 килограмма. Редуктор. И нужно сделать, поставить его вот таким образом. Корпус, видите, да, крепление вниз. Просто здесь корпус не мешает. И нужно сделать несколько точных, мужики, ударов вот в это место. И все. Я думаю, понятно. Вот сюда. Не видно ни в чем. По крайней мере, я ничего не вижу. А, вот сюда. И сошка снимается абсолютно целехонько. Бывает так, что хватает даже одного удара. Но в нашем случае я не знаю, как крепко они сидят. Поэтому пока не снимется. Я думаю, понятно. Валы здесь конусные. Кстати, есть у меня где-то здесь какой-то варвар от редуктора отрезал. А я на металломе подобрал. Здесь лицевая конусная, поэтому даем сотряс. Это, мужики, для тех, у кого нет газового резака, не хочет распиливать человек и нет хорошего мощного съемника. Это самый простой способ.
Ну вот, друзья, две сушечки сняли. Это вот, которые были. Не разрезая ничего. Вот здесь вскользь прошел. Вот. Здесь вообще отлично. Корпуса целые. Главное, что тверже держаться за рукоятку и не бояться. Здесь тоже все отлично. Все. Элементарно, мужики, просто. Не имея газового резака, не имея мощного, повторюсь еще раз, мощного съемника и не распиливая. Вот такие вот дела. На этом, пожалуй, наверное, и все. Пойду продолжать дальше. Укорачивать, мужики, мосты. Не знаю, пилить видос про мосты, нет? Человек заказал мосты шириной, значит, не больше 95 сантиметров по краям колес, даже не по дискам, по краям резины. Поэтому здесь индивидуальный подход. Короче, пишите в комментариях, пилить видос или нет. Потому что тема изъезженная, но есть пару моментов интересных. Все. Как-то так. Я думаю, понятно, что все очень просто.